Ракету на Восточном установили на стартовый стол. Вывоз «Союз-2-1Б» из технического комплекса прошел утром 22 апреля. Специалисты провели наезд мобильной башни обслуживания. В течение нескольких дней они будут проверять все системы. Сегодня совместным расчетом выполнено транспортирование ракеты космического назначения с технического комплекса на стартовый комплекс с 36 космическими аппаратами «Ван-Вэб». Ракета установлена в стартовую систему, выполнена вертикализация. Расчет готов к выполнению работ по графику первого стартового дня. Запуск ракеты запланировано осуществить 26 апреля утром в 7 часов 14 минут. Старт можно увидеть в прямом эфире Амурского областного телевидения в рамках программы «Наше утро». Посмотреть запуск также можно будет на канале ОТР. Мы решили спросить у телезрителей, вы будете смотреть запуск ракеты? Если да, то звоните на номер 771101, если нет, 771102. Итоги голосования подведем в прямом эфире выпуска новостей в 18:30. В Приамурье отмечается задымление из-за пожаров в Китае. В Поднебесной сегодня действует около 1500 термоточек. Дым из КНР в область приносит южный ветер. Пробы воздуха, которые взяли специалисты регионального управления Роспотребнадзора, показали, превышение гигиенических нормативов не обнаружено. Руководитель Амурского ОНФ Наталья Кравчук стала уполномоченным по правам человека Амурской области. Ее кандидатуру поддержали депутаты регионального парламента. Крупный пожар ликвидировали в селе Свободный Труд Шимановского района. Огонь охватил 7 домов. По предварительной информации, произошло возгорание деревянного нежилого дома. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на соседние 6 домов, 2 из которых жилые. Погибших и пострадавших нет. На месте работали пожарно-спасательные подразделения Шимановского района и Благовещенска, огнеборцы из села Новогеоргиевка и добровольцы. Также были задействованы силы пожарно-спасательных подразделений Свободного, Циолковского, Белогорска. Для проведения авиаразведки применяли беспилотную авиацию. Был развернут оперативный штаб. С Благовещенска направлена группировка в составе оперативной группы главного управления, специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники надзорной деятельности, которые выяснят обстоятельства пожара и причину возникновения пожара.